А за 70-летний период истории театра спектакль «Белая акация» ставили 4 раза. Все постановки классические, но благодаря новым актерам и режиссерам каждая оперетта по-своему особенная, говорят здесь. Первая была в 56-м году, фильм вышел в 58-м году. И именно сегодня, 12 мая 1958 года, состоялась премьера фильма «Белая акация». А в театре еще несколько раз спектакль ставился. Это новая постановка, в которой работают новые. Каждое поколение артистов в нашем театре имело возможность сыграть в этом спектакле. В течение выходных в рамках фестиваля предусмотрена насыщенная программа, связанная с легендарной постановкой. Я вижу везде твои ясные истории, Одесса. Со мною везде твою небо и море, Одесса. Ты в сердце моем, ты всюду со мной. Выступления детских хореографических коллективов поднимали настроение всем прохожим. А в стенах театра прославленный фильм 1956 года «Белая акация» вместе со зрителями вспоминали легенды театра и главные героини киноленты. Показ фильма, на котором вместе со зрителями будут смотреть и исполнительницы. Народная артистка Украины Евгения Демская, заслуженная артистка Украины Далия Иванова. Наши звезды, мы очень их любим и поддерживаем, и очень хотим, чтобы они еще долго были с нами. Света, Соня, Вася, Витя, Рога, Толя, Ваня. Валяем вас по ветке, жасне сомните, жасне сомните. Оперетта любима многими поколениями одесситов. Зрители привлекают как сам сюжет и музыка Исаака Дунаевского, так и образы героев, многие из которых любимые. Яшка Буксир и Тося. А почему? Ну, Яшка Буксир, он веселый, никто не теряет оптимизма. А Тося такая положительная, скромная, преданная девушка своему любимому. Шикарная постановка во всех составах. Вот, фильм тоже «Водяной» — это просто. Ну, музыка Дунаевского, она, по-моему, всем нравится, не только какой-то определенный момент. Я очень люблю эту оперетту, мне очень нравится музыка, мне очень нравится состав театральный. Я как житель Одессы, большой патриот мускомедии. Больше всего мне понравилась музыка Дунаевского. Ну, Дунаевский уже давно вроде бы как бы и подзабыт. И вот сейчас сыграли здесь. Это чудная музыка, великолепная. Одесситы отмечают, оперетта «Белая акация» является уже неким городским символом. Не только для нашего города, и для всех приезжих, которые приезжают, они все стремятся посмотреть «Белую акацию», потому что она уже приобрела такую популярность. В рамках фестиваля «Акация Фест» запланирована также торжественная церемония создания памятных плит с отпечатками рук народной артистки Украины Евгении Демской и заслуженной артистки Украины Идалии Ивановой. Однако эти отпечатки, а затем и другие, будут украшать фасад театра после ремонта здания.